Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас сезон рыжиков, и очень важно уметь их отличать. Жаль, но бывают у рыжиков двойники, и очень много. И все они друг на друга похожи. Такие же отличительные черты рыжика. Перед вами ложный рыжик. Это млечник псамикола. Растут они в одном месте с рыжиками. Можно встретить в хвойных лесах и среди дубов. Как видите, гименофор у него не оранжевый, как у рыжика. А шляпка не меняет цвет при надавливании. У рыжика она краснеет, зеленеет, и сок тоже. А у млечника вот сок, видите, белый, не меняет на цвете. Самый главный признак – это цвет и изменение его на воздухе. У рыжика он более оранжевый, при надавливании меняется. Вот такой вот ложный рыжик. Спасибо за внимание, если я вам помог, обязательно напишите любой комментарий, это поможет моему каналу. И подписывайтесь. Вот так он выглядит. Ложный рыжик.